января, у всех новогоднее настроение, потому что мы сейчас с Наташей накидали снега, там у меня первый ролик есть, от этого вот мы снег уже покидали, а сначала приехали где-то, ну, не по колено, но посередине. Посередине высоты до колена он был. Но по высоте сугробов вы понимаете, вот высота выше окошек автомобиля. Так, за нами никого нет, там не сможем развернуться тут или нет. Нет, мы не сможем. А прямо что-то можно ехать? Нет. Почему прямо нет? Стоп. Можно прямо ехать туда, до телестудии. Ты уверен? Или Наташа запретила? Я не знаю, знаков никаких нет. Наташа, успокойся.